Это Омск, Кировский район, либо Кировский округ. Кировский округ, как тут называют вроде. Вот эта остановка. С той стороны дороги будет. Вот это бывшая 55-я школа. Сейчас там живут люди, а на первом этаже вроде Магнит, либо Пятерочка, что-то такое. А раньше Магнита там не было, был магазин, супермаркет Амичика. Это памятник Кирову. Там дальше улица Профинтерна. Там уже будет Кировский суд. Там будет мост через Виадук, железную дорогу. Это доска почета, я не знаю, кто это, достойные жители Кировского округа или управленцы. Десятилетиями тут меняют портреты. На ту сторону я обходить не буду, чтобы... А зачем я туда пойду? Профинтер на 15. Там будет улица Бетховена. Пакет себе специально взял, целенаправленно, казахский. Ну да, вот там я видел сейчас там электронное табло, написано было «Дворец Кировский», вот я сейчас уже поменяли надпись. В общем, не важно. Маршрутка поехала, либо это автобус. За этим исполкомом будет рынок. Кировское ОВД, может сейчас уже РОВД, я не знаю. Раньше было управление внутренних дел. Раньше тут лавочек много было, они в принципе остались, но там, по-моему, все перебитые, поломанные. Вон раз. И вон два. Два. Ну там, наверное, как правило, забулдыги сидят в последнее время. В принципе, как и обычно. Теплеет весна. Начало апреля. Скоро я улечу, а когда прилечу, неизвестно. Ну, вот такая вот обстановка. Тут тоже улица Профинтерна, вот этот дом. Как я уже до этого видео снимал, тут школа была, а здесь пришкольный участок. Называли ее пришколка. Тут турники были, какие-то растения, цветы, кусты. За ними школьники ухаживали. Сейчас всего этого нет. И голуби слетелись.